Летчики Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России провели учебно-тренировочные полеты на аэродроме Змеево под Тверью. Целью занятий была отработка действий экипажа в условиях ограниченной видимости. На вертолетах Ми-8 и К-32 пилоты отрабатывали упражнения по взлету и посадке, а также пролет по маршруту. Все действия летчики выполняли, что называется, по приборам и заданным инструктором значениям. За два дня было выполнено порядка 60 заходов в дневное и ночное время. По окончанию полетов с участниками тренировки и инструкторами был проведен тщательный разбор полетов. Добавим, что пожарную безопасность мероприятия обеспечивали отделение пожарно-спасательной части номер 72 Главного управления МЧС России по Тверской области.